Всем привет! Буквально около года назад был анонсирован новый фильм о принце преступного мира с лаконичным названием «Джокер». Эта версия культового злодея точно достойна вашего внимания. О чем же будет сам фильм? События развернутся в 80-е годы в Готэме, самом преступном городе этой вселенной. Главный герой фильма, Артур Флэг, скромный, незаметный и достаточно добрый человек. Он возвращается в Готэм после длительного отсутствия, чтобы поухаживать за своей больной матерью и рискнуть возродить карьеру комика. Не все складывается так удачно. Артур терпит поражение за поражением, люди насмехаются над ним. В целом было неспокойное время. Да еще и самый богатый человек Готэма, Томас Уэйн, отец Брюса, будущего Бэтмена, ставит палки в колеса главному герою одним своим существованием. Общество сильно давит на Артура, его нервы не выдерживают, сеансы психиатра не помогают, и человек ломается. Ну, фильм довольно понравился. Вообще все шикарно было, короче. Ну, концовка вообще суперская, правда. Фильм мне очень понравился. Конечно, Артур Флэг — это какое-то другое воплощение Джокера. Оно несоизмеримо с другими. И DC, можно сказать, переплюнул в себя то, что она всегда славила своей мрачности, а этот фильм, он переплюнул их всех. И, безусловно, надо сходить на этот фильм. Ну, конечно, и нельзя не отметить актера Хоакина Феникса. Я думаю, это претендент на Оскар, по моему скромному мнению. Послевкусие такое немножко тяжелое. Но в целом, если говорить про фильм, про звуковое сопровождение, то оно очень впечатляет, заставляет как-то бросаться в дрожь. Жуть прибавляет. И особенно очень хочется сочувствовать герою. Жизнь — боль. Давай. Я скромняшка. Ну, может, скромненько, миленько так посмеяться, давай. Ну, я хочу увидеть приз, мне нужно как-то жестко посмеяться. Ну, сейчас... Я морально подготавливаю. Вот, отлично. Ты супер, ты молодец, давай. Вытрясни весь смех, который у тебя накопилось, смотри, давай. Я не практиковалась. Ну, не обязательно должен быть на одну. Хорошо. Итак? Теперь твоя очередь. Главное, типа, громко, да? Ну, как хочешь.